такси. Скажи что-нибудь на английском. Приветствую по адресу. Hello. Здравствуй. How are you? Как дела? I'm good. У меня все хорошо. Do you want to play? Хочешь поиграть? Yes, of course. Да, конечно. Have a nice day. Приятного дня. Goodbye. До свидания. Рокси. Гав-гав, я пришел. Давай поиграем. Спой песенку. Спой песенку. Давай вместе насладимся моим звонким голоском. Потанцуй. Настало время продемонстрировать мои таланты. Учим математику. У меня даже настроение поднялось. Учим математику. Давай учиться. 1 + 1. Зайчик на траве лежал. Друг зайчонок прибежал. Удивляется трава. Был 1, а стало 2. Мышка яблоко несла. И еще одно нашла. Громко ухнула сова. У тебя теперь их 2. Муравей бревно несет. Следом брат его ползет, поспевает он едва. Поиграем? Как насчет того, чтобы ты соорудил мне препятствие на пути? Тебе меня не одолеть, не Правила безопасности. Переходить дорогу нужно только по пешеходному переходу или зебре. Если на пешеходном переходе или перекрестке есть светофор, он покажет тебе, когда идти, а когда стоять и ждать. Красный свет для пешеходов – стой, желтый – жди, а зеленый – дерево. Ой, как больно! Thank you.
Расскажи сказку. Тогда усаживайся поудобнее и слушай. И сказка номер 52.